вечер, дорогие друзья и участники фестиваля Golden Time. Меня зовут Ольга Адамович-Базили, я оперная певица и педагог по вокалу. Я благодарю вас всех, без исключений, за участие в этом прекрасном фестивале. Я не первый раз являюсь членом жюри и могу сказать, что уровень участников этого фестиваля был очень высокий. Отдельно я хочу выделить несколько человек по каждой категории. Вокальная категория. Коган Эва, Мигулина Виолетта, Эли Хаби Виктория. Инструментальная категория. Воробьева Диана и Хамюк Артем. Юные участники, но большие молодцы. Танцевальная категория. Соловьева Агния, Коптенко Маргарита. Образцовый танцевальный коллектив Алтайского края. Театральный жанр. Васина Анна. Изобразительное искусство. Валдина Ульяна. Независимо от того, победили вы на этом конкурсе или нет, я желаю вам всем побед, творческих успехов, продвижения вперед, веры в свою мечту. Я отметила большой труд, большую проделанную работу. И хочу отдельно поблагодарить не только вас, но и ваших учителей и кураторов, так как без их участия многим было бы тяжело подготовиться к подобному фестивалю. И приглашаю вас на следующие фестивали Golden Time. Всего доброго, до свидания.